Интересный факт. Профессия слесарь возникла, как только люди предприняли первые попытки изготовить различные сложности механизмы. В ходе работ невозможно было обойтись без умельцев, которым мастерски бы собирали конструкцию воедино, устраняли различные дефекты и неполадки, специализировались на обслуживании устройств. Согласно официальным данным, первоначальная информация о слесарном деле зафиксирована в 1463 году в Венском архиве. Сегодня ни одно производство, ни одно подразделение АГМК не может обойтись без специалистов профессии слесарь. Именно в их руках стабильная работа оборудования, качественно и своевременно выполненные планово-предупредительные и капитальные ремонты. Отрадно, что рядом с опытными наставниками производства сегодня в цехах комбината трудятся молодые специалисты, которые, несмотря на меньший стаж, уже показывают высокое мастерство. Именно такие ребята стали участниками ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший слесарь АГМК 2022 года». Сегодня мы проводим конкурс «Самый лучший молодой слесарь-ремонтник». Инициатором этого конкурса является Союз молодежи комбината. В нем участвуют слесарь-ремонтники до 30 лет из структурных подразделений комбината. Наша главная цель – это повысить интерес рабочих к своей профессии, выявить среди них самых талантливых. Конкурс названия лучшего слесаря проходил в два этапа. В первом отборочном туре приняло участие около 100 человек со всех подразделений комбината. Каждый из них прошел тестирование, организованное в компьютерном классе учебного центра. 11 человек, набравших наибольшее количество баллов, приняли участие во втором туре конкурса, в ходе которого они выполняли чертежи и эскизы деталей и устно отвечали на вопросы членов комиссии. Я думаю, сегодняшний день был очень продуктивным для всех ребят. Мы сильно потрудились и показали себя. В итоге все знали, какие у них достоинства, какие силы имеем, и чтобы люди дальше старались. И это очень сильно мотивирует молодежь, чтобы изучали, почитали книгу. Вот эти призы – это для нас как бы гордость. То, что нас улучшает, мотивирует день за днем. Я думаю, что надо почаще делать такие мероприятия, чтобы люди знали, какие мы силы имеем и на что способны. Члены комиссии, подводя итоги, отметили высокий уровень подготовки всех финалистов и признались, что выбрать лучшего из лучших было непросто. По сумме набранных баллов третье место занял работник Чедакского рудоуправления Муслихиддин Амандинов. Второе место завоевал представитель Ангренского рудоуправления Мухиддин Иркинов. Звание лучшего молодого слесаря АГМК 2022 года удостоен слесарь-ремонтник медной обогатительной фабрики Мухаммадали Исраилов. Среди них есть работники с высшим образованием. И, конечно же, само собой, они являются резервом кадров для будущего нашего комбината. Результаты конкурса наших участников будут учитываться в их карьерном росте.